Воспитание подрастающего поколения настоящими патриотами – задача очень важная. И получение паспорта гражданина России в памятную дату – событие для юных славянцев совсем не рядовое. Об этом шла речь на значимом мероприятии «Я гражданин». Доброй традицией в рамках празднования значимых дат и государственных праздников Российской Федерации стало проведение акции «Я гражданин России». Накануне дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и в первый день выборов президента страны глава Славянского района Роман Синеговский и начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД по Славянскому району Наталья Щербак вручили шести ребятам первые паспорта гражданина Российской Федерации, а также памятные подарки. Вы сегодня получаете главный документ, это паспорт. Это событие, которое, наверное, запомнится вам на всю жизнь, потому что это действительно очень важное для вас событие. Очень приятно, что вы получаете этот документ в преддверии дня воссоединения Крыма, Севастополя с Российской Федерацией. И плюс, еще вы знаете, сегодня важнейшее политическое событие, первый день выбора президента нашей страны. Вы сегодня своей учебой, своим трудом должны уже ставить цели, добиваться. Совсем скоро вы будете работать, будете управлять тоже нашей малой родиной, наверное, будете нам помогать. Поэтому я вам желаю, чтобы в вашей жизни у вас все получалось, чтобы те цели, которые вы будете перед собой ставить, чтобы вы добивались. Завершилось мероприятие общей фотографией на память. Конечно, для приглашенных ребят это событие запомнится надолго.